Максим Виторган поделился с поклонниками трагической новостью. Скончалась одна из его подруг, девушка по имени Алена, которая работала директором фонда Хабенского. В Москве в ночь на 9 декабря скончалась директор фонда Хабенского Алена Мешкова. Девушка много лет боролась с онкологическим заболеванием. Это печальное событие до глубины души затронуло актера Максима Виторгана. Попрощаться с приятельницей он решил, посвятив ей трогательный пост в личном микроблоге Инстаграма. «Прощай, Аленка. Тебе было так нелегко, но ты была так легка, в тебе было настолько много любви и жизни. Спасибо тебе за все, дорогая», – написал артист. Несмотря на большие проблемы со здоровьем, Мешкова активно работала и занималась благотворительностью. В 2013 году она заняла пост директора благотворительного фонда Хабенского. До этого работала на телевидении, организовывала культурную программу зимних Олимпийских игр в Сочи, а так занималась обновлением московских парков. Свои соболезнования в связи со смертью Алены Мешковой выразила актриса Марина Зудина, оставив в комментариях к посту смайлы в виде сердечка и сложенных в молитве рук. Представители фонда Хабенского также поблагодарили Мешкову за огромную работу, которую она проделала за эти 9 лет, выразили соболезнования родным и близким покойной, а также заверили, что фонд обязательно продолжит свою работу.